Хорошая работа, Лерой. Комната прямо как новая. Спасибо, наверное. Я подумал, что Лерой будет полезно убрать весь срач в комнате с компьютером. Эдакий способ попрощаться со всем его Lord of Battlelog. Может начать нормальную жизнь. Без всякой эльфийской эротики. Не знаю, почему Вестхаммер заставил меня разгребать срач. Во всем виноват Кортес. Не могу поверить, что не смог надрать ему зад. Видимо, придется просто забыть. Пес Вестхаммер заставил своего подчиненного убираться в комнате, которую я уничтожил. Надеюсь, что маленький задрот смывал пепел своими слезами. Мужик, я же говорил, что установлю бомбу. Ты даже не видишь, куда ее надо ставить. Заткнись, дурак. Твое нытье здесь не к месту. Отныне лишь я и только я буду направлять команду. Разве тебе не надо видеть, чтобы направлять? Хорошие новости, парни. Только что получил письмо на свой BlackBerry. Мы едем в отпуск. За нашу хорошую работу продюсер отправляет нас в Италию. Это будет офигенно, братан. Немного позагораем, выпьем шипучки, не знаю. Найдем шлюх для разогрева. Это лучшая новость с тех пор, как Виктория Бекхэм переехала в Америку. Она просто потрясающая. На русский язык перевел Максим Солодилов. Текст читали Глеб Мещеряков, Игнатий Колыска, Максим Солодилов, Максим Кулаков, Ярослав Шалашов, Александр Седых, Степан Чичулин. Элитный мир. Эпизод 5. Мы на месте. Италия. Виды, звуки, запахи. Все это так освежает. Вы, мальчики, может, и не знаете, но я здесь детство провел. Ты вырос в Италии? Но итальянца ты не похож. Я не итальянец. Моя нищая и больная мать-одиночка переехала сюда после войны. Жизнь тут далека от идеальной. Каждый борется за выживание. Может, я расскажу вам, парни, побольше. Давай тусить! Слушать про детство Вестхаммера было хуже, чем зарабатывать золото на покупку эпической кольчуги в World of Battlelore. Чувак, это самый отстойный отпуск. Ладно, если Вестхаммеру нравится отдыхать, делая отстойную херню. Но это совсем не в стиле Чета, братан! Что-то мне подсказывает, что это будет тяжелый денек. Дас, а где террористы? Так это Италия, да? Знаешь, в моем воображении она выглядела менее... дерьмово. Может, все самое крутое внутри? Как в торговом центре? Как думаете, у них есть магазин Hot Topic? Нет, 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 это все неправильно! Что ты наделал? Это соревнование, а команда расклеена. Так что да, я заплатил водителю, чтобы тот отвез нас в район складов. Я и сам занимался террористической подготовкой в этих железных строениях. Ах ты ж падла, ты нас прокатил! Понимаю, вы сейчас расстроены, но мне наплевать. Я должен передать вам свою мудрость. Сегодня состоится тренировка, и мы покажем миру наше превосходство. Да, ты ему уже показал, Кортес. Правда, его повязка выглядит так тупо. Чё? Не, по жизни я человек миролюбивый. Но честно, сейчас я хочу его прибить. Ладно, план таков. Кортес за дверью. И нам надо его оглушить. А затем... мы врываемся. Нафига нам вообще врываться, друже? Разве мы не должны быть внутри и пытаться не дать спецназовцам войти? Мы должны думать, как другая команда. Да. Давайте, кто-нибудь откройте мне дверь. Парни, постарайтесь войти в роль. Пора учиться работать вместе. Слышь, надеюсь, мы убьем всех этих спецублюдков. Давай, Монтроуз, идем. Тебя понял, Элис. Я так рад, что мы можем быть в одной команде и можем зачистить это здание, чтобы спасти заложников. Согласен. А ведь правда помогает думать как враг. Это упражнение не просто какая-то... Но похоже, тебе больше нечем заняться. Двоюродного брата-то здесь нет, чтобы с ним заигрывать. Ты прав, Монтроуз. А теперь почему бы тебе не открыть эту дверь, пока я не засунул твою башку тебе в жопу? С удовольствием. Возможно, тебя там пристрелят. И тебя туда же. Это офигенно! Ахмат, стой! Это не световая граната! Лови, приятель! Ты идиот! Ты мог меня убить! Но ты бы просто воскрес, так? Ты дурак! Это настоящая жизнь, не соревнование. Если умрешь тут, умрешь по-настоящему. А, тогда хорошо, что этого не случилось, да? Мы ведь друзья? Амигос! Амигос! Мы никогда и не были амигос. А теперь возвращайся и постарайся на этот раз не облажаться. Мы не амигос? Мне что-то в глаз попало! А ну вернись, дурак!
Мы не закончили тренировку. А здесь раньше была винодельня, где работала моя мама. Уже много лет закрыто. А почему ее закрыли? Многих людей уволили из-за какого-то сексуального скандала. О, правда? Да. Какой бы родной она ни была, иногда моя мать была просто шлюхой. Мы не говорили уже 13 лет. Боже мой, это мега грустно. Разве? Похоже, кто-то взломал ящики из-под вина. Уже идем. Что за нах, игрок? Ты сказал, что он в беде, а он просто бухой. В дрова. Думаю, его стоит поднять, пока его не арестовали за публичное пьянство. Чувак, нет такой статьи. Я постоянно публично нажираюсь. Всем по***. Yes, суки! Чувак, hey, чё как? Привет, Ахмат. Ты что здесь делаешь? Вестхаймер, можно с тобой поговорить? Наедине. Нужна поддержка. Как-нибудь обойдусь, игрок. Веди, Ахмат. Буэно, команда. Не обольщайтесь. Мы здесь только чтобы найти Ахмада и вернуться к нашим тренировкам. Ну разве не замечательно? Не совсем отпуск моей мечты, но где-то близко. Отпуск мечты? Ну да, знаешь, место, куда ты всегда хотел съездить. О да, всегда хотел съездить на остров, где снимали парк юрского периода. Знаешь, остров на Блар. Ого, не знал, что ты так любишь кино. Ага, это вообще мой любимый документальный фильм. Всегда хотел поиграться с динозавром. Кому? Да, знаешь, парк юрского периода. Документальный фильм с большими старыми динозаврами. Погоди, почему ты думаешь, что фильм настоящий? Наверное, потому что там на экране бродил самый настоящий динозавр. Тупица. Чувак, игрок, никогда не замечал, какая у тебя клевая жопа. Отсюда просто шикарная, в смысле... Никак нет. Думаю, надо его перенести. По-моему, он обоссался. Это никуда не годится. Эй, ботаник, наложи заклятие Двинчета. Задрот хренов. Люблю вас, парни, вы все мои братаны. Почему я никогда не знал своего отца? Господи, Чет. Вы не видели Нубито? Он нужен для тренировок. Он отошел с Вестхаймером. Они пошли туда. Ждите здесь. Пойду посмотрю, что там к чему. Троуз, базар есть на секунду. Жопа игрока, оценка от 1 до 10, быстро. Гипотетически или реально? Только реально. 8,97. Чё, чувак? 10 баллов, без вариантов. Ты как русский судья на соревновании жоп. Эй, парни, вам стоит это заценить. Я говорю, что ты слишком строг, ты шутишь, пес? Он слаб, ему нужна дисциплина. Я пытаюсь ему помочь. Только не падайте. Парни, я рад, что вы здесь. У меня есть объявление. Хочу, чтобы все поприветствовали нашего нового члена команды. Ахмада. Чего? Ого, офигенно! На русский язык перевел Максим Солодилов. Текст читали Глеб Мещеряков, Игнатий Колыска, Максим Солодилов, Максим Кулаков, Ярослав Шалашов, Александр Седых, Степан Чичулин. Специально для Stop Game.ru.